для этих коротких видео, которые называются shorts. Для них, значит, мы засняли кучу всего и еще пару длинных. Да, вот в стиле этого. Ну вот последний это... Я ему экзамен снова сдаю по Матану с лампочками. Сколько лампочек по аудитории, да? А, и это тоже вышло, да, это тоже вышло. Мехмат в ДВИ, в университет мы разбирали. Очень, кстати, одна из задач вообще шикарная. Вот, ну и про вот эти шорты будут выходить. Но самый отвязный шорт, как говорится, детям и девушкам не смотреть, выйдет 1 апреля. У него самый просто. Это мы прям целый сценарий писали, вот, сценарий. Ну, как настоящее кино. Можно сказать, что это Ералаш. Такой стиль Ералаш снято. Тогда про крылатые квадраты, то, что я сегодня разобрал, наконец-то, что он просил про еще одно доказательство, мы отложим на тот раз, когда он будет. Но это действительно невероятная красота. Доказательство Спивака 2006 года, что любое простое вида 4k плюс 1 является суммой двух квадратов. Абсолютно новое доказательство, абсолютно в стиле, я не знаю, Древней Греции. Вот. Так, ну что, поехали. Лекция номер N. Ну, вроде в предыдущий раз было то ли 5, то ли 6. 7 было. Значит, 8. А, ну да, учитывая Митину, 8. 7 моих, 1 Митина. Но потом Мити будет больше. Вот. Напомните мне сказать про контрольную в конце, хорошо? Я скажу, когда она будет и как вообще дальше будет по дням все. Вот. А мы начинаем с вами циркуль и линейка. Большая тема. Построение циркулем и линейкой. Вот. Я бы так назвал. Построение... И не построение. То есть это, во-первых, теория того, что можно построить с помощью циркуля и линейки. В частности, некоторые классические задачи, там, например, про пятиугольник правильный, как его строить. Это умели еще в Древней Греции делать. Это очень красивое построение. Мы его разберем. И будут... Задачи, которые древние, с которыми древние не смогли справиться, и спустя 2000 лет было строго доказано, что они неразрешимы. Уже в наше время, 2 века назад примерно. Вот. И вот эта вот неразрешимость, она напрямую связана с теорией колец и полей, конкретно с теорией полей, которой мы тут занимаемся. То есть неразрешимость оказалась алгебраическим свойством. И вообще... Построение циркулем и линейкой, оказалось, что это такой муляж геометрии. Кажется, что это все геометрия, прямые, окружности, да, пересечения, что-то такое делается. А внутри лежит алгебра, и она полностью раскодирует все. Это такая теория, которая сводится на самом деле вся к алгебре. Ну, давайте начнем с чего-нибудь. Что такое циркуль, что такое линейка? Линейка — это прибор, который умеет проводить бесконечную прямую через любые две скормленные ему различные точки. Все. То есть вот это как бы отмерить линейка ничего не может. Здесь есть опять противоречие с обычной терминологией. Да? Кольцо, поле, группа — эти все слова имеют в жизни значение, и в математике другое. И здесь тоже слово «линейка» — мы привыкли взять линейку и отмерить вот так вот, да, сантиметров сколько, объект. Или мы думаем, линейка, вот у нее две стороны, значит, я могу провести две параллельные прямые. Вот это совершенно особый инструмент, который проводит две параллельные прямые. Это двусторонняя линейка, он тоже существует в некоторых очень красивых олимпиадных задачах. Но у нас его не будет. У нас будет только прибор, который проводит бесконечную в обе стороны прямую через любые заданные, вкормленные ему две точки. Также бывают ситуации, сразу хочу оговорить, что в некоторых... конструкциях говорится, проведем произвольную прямую через точку О. Или вообще, проведем на плоскости произвольную прямую. Это всегда надо читать следующим образом. Зафиксируем точку, которая как бы нам дана, либо если ее вообще нет, то тогда ничего не зафиксируем, а вторую выберем случайным тыком. И потом проведем. То есть проведем прямую
через произвольную прямую через точку О означает, зафиксируем произвольную точку на плоскости, отличную от точки О, и проведем через них прямую. Вот. Это чернила Фантомаса. Видишь, да? Сейчас все уйдет. Но вроде синий и черный хотя бы работают. Вот. И если говорится просто проведем произвольную прямую, значит, произвольные две точки указываем и проводим. И вот здесь есть некий постулат. Этот постулат надо иметь в виду. Постулат. Но вы же знаете, что на плоскости везде, куда ни плюнь, есть в любой окрестности какая-то рациональная точка. То есть точка с двумя рациональными координатами. Точки всюду плотные, да? Q квадрат всюду плотно в R квадрат. Поэтому берется постулат, что если мы наугад берем какие-то точки, берем наугад, то мы попадаем в рациональные. Понятно, да, идея? Ну, что мы можем, по крайней мере, случайно так произойти, могло быть при нашем построении, что мы попали в рациональное число. Поэтому доказуемая конструкция из разных прямых окружностей не должна содержать там утверждение типа, а вдруг мы сразу попали в точку π, и вот мы построили отрезок длины π. Да? То есть вот мы как бы, я там доказываю, что π нельзя построить циркульной линейки или Е. Да? И вот наношу это число, и кто-то поднимает руку и говорит иногда, да, а вот если я случайно взял прямую, которая как раз через Е прошла, что, и вот отрезок у меня есть длины Е, да, и здесь ответ такой, привет, здесь ответ, ничего, садись, я разобрался в квадратах, потом сделаем паузу, я попробую изложить, я на самом деле, я смотрел как баран на новые ворота, я смотрел на это видео, вроде я все понимал. Когда я его выключил, я попытался восстановить, и я не уверен, что я смогу, но тем не менее мы попробуем вместе. Вот. То есть это невероятное совершенно доказательство по своей красоте и глубине, и мы его вместе восстановим, если я чего-то подзабуду. Вот, так вот, вот случайно человек попал вот так в Е и гордится, говорит, вот у меня отрезок длины Е, а вы говорите, что его нельзя построить циркулем линейки. Да? То есть идея следующая. Его нельзя доказуемо построить циркулем и линейкой. То есть произвести ряд алгоритмических действий, возьмем там прямую через данные, развернем произвольные две точки, прямую, проходящую через них, т.д.д., 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 да? И в конечном итоге, так, я что-то пытаюсь вспомнить, только что где-то было изложение этой теории. Что-то я не понимаю, а где? Ну не у нас, да? Мы же этим не занимались, правильно? Да, слушай, а что ж такое? У меня дежавю, что я только что это рассказывал. Интересно, где я мог это рассказывать? А куда я ездил последний раз? А, в Зеленоград! Все, я понял. Нет, в Зеленограде было другое. Ну ладно, не будем даже об этом думать. Откуда-то всплыло какое-то дежавю. Все, самое главное, что здесь мы это не изучали. Вот, и вот есть соответственно, набор, конечный набор действий, который в результате нам доказуемым образом выдает отрезок Е, то есть вот эти произвольные выборы, которые здесь были, да, они не могли повлиять на то, что в конечном итоге будет эта точка, как в случае с биссектрисой угла, да. Берем произвольный радиус, его же повторяем, и вот биссектриса. Конечно, радиус мог быть какой угодно, мог быть и такой. Но биссектриса-то получится та же самая. Правда? Это построение биссектрисы угла с помощью циркуля линейки. Ну, очевидная процедура, да? Засекаем любым радиусом, и из этих двух тем же самым, например, проводим две окружности, на их пересечении вот, лежит точка, конечно, лежащая на биссектрисе. То есть любая конструкция вот этого произвольного радиуса, она все равно приводит к точке на биссектрисе, и мы поэтому можем доказать, что чтобы мы не взяли в качестве этого произвольного, в результате будет элемент на биссектрисе, значит, точка стоять. Ну и здесь вполне можно предполагать для простоты, да, что вот этот произвольный случайно попал в рациональное число, и все. Здесь возникает проблема следующего свойства, что некоторые прямые, которые мы уже построим, вообще не будут содержать никаких рациональных точек. Я вхожу в некоторые философские тонкости, которые абсолютно не обсуждаются, к сожалению, в книгах по теории построения.
просто пишут, ну вот возьмем рациональное, там, ну, в общем, большинство текстов очень сильно это заматывают под ковер. Тем не менее, здесь можно все довести до абсолютной строгости, а именно, если вы уже получили какие-то точки из какого-то расширения полей, то есть из какого-то поля, которое содержит рациональные числа. Ну, что такое поле, помните, да? Вот. То есть какое-то, значит, подмножество вещественных чисел, которые замкнуты относительно плюс-минус, умножить и разделить. И если уже вы умеете строить точки из этого поля, то, конечно, у вас могут оказаться прямые окружности, на которых нет никаких рациональных точек. Ну, просто доказуемо нет, да? Что тогда вы понимаете, мы же можем на них произвольно взять точку. Как же можно взять, если я утверждаю, что когда я беру произвольно, я беру рациональную? Ответ такой. Точный ответ такой. Всегда, когда делается произвольный выбор, мы предполагаем, что он мог попасть в те числа, которые мы умеем строить. То есть в то поле, которое мы до сих пор научились строить. Вот если мы уже получили в своих конструкциях, значит, поле, содержащее Q, то тогда, да, наши объекты могут не содержать рациональных, но, по крайней мере, они содержат точки вот этого нового поля K. И если мы строим новые объекты, мы можем предполагать, что мы вполне могли случайно взять точку именно из K, а не откуда-то еще. И вот именно это мы будем предполагать. То есть мы всегда считаем, что новополученные точки и координаты связаны с решением систем уравнений. Прямая пересекает прямую, там прямая пересекает окружность, окружность пересекает окружность. А не с тем, что нам с неба что-то упало. Е нам с неба упало, да, и мы дальше работаем. Мы в следующий раз повторим, снова Е упадет. Не упадет. Произвольный выбор приведет к другому Е. Вот. И правильная, как бы, полная формализация такая, что наша процедура построения доказуемо ведет куда надо, тогда, если так, то тогда этот произвольный выбор мог попасть в те точки, только которые мы умеем строить по координатам, а других пока не получили. И вот то, что вот таким образом строится, мы как раз и изучаем. Мы хотим понять, что можно построить, исходя из вот такого вот невезучего алгоритма построения, в самом худшем случае. Так, это первое соображение. Второе соображение такое, что такое окружность, собственно. Окружность — это прибор, который… Ой, что такое циркуль? Циркуль — это прибор, который может с центром в любой заданной уже полученной точке или в произвольной, если ее, опять же, произвольно убирают, данным радиусом, который уже был построен в результате каких-то конструкций, провести окружность, ну или произвольным радиусом, если мы желаем воспользоваться произвольным радиусом. То есть это прибор, который проводит окружность с центром данной точки данного радиуса. Все. Прямая — это то, что… линейка — это то, что проводит, значит, прямую через две различные точки на плоскости. Окружность — это то, что проводит… Блин. Линейка — это то, что проводит прямые. Циркуль — то, что проводит окружности. Проводит окружности. Все. Отлично. Ну и вот дальше можно делать разные операции. Ну, я уже показал, как разделить угол на две разные части доказуемым образом. Понятно, что в нашей конструкции все вот эти стороны будут равны. Значит, это ромб, и значит, это его диагональ делит на две части угол по школьной геометрии. Я ссылаюсь на какие-то факты школьной геометрии уже без доказательства. Что еще можно? Ну, например, перпендикуляр провести из любой точки, поднять вот. Как поднять перпендикуляр? Взял любую окружность, отсюда и отсюда взял по двое большей окружности, и по очевидным причинам это перпендикуляр. В силу симметрии, например, или какой-нибудь школьной геометрии. Что еще можно сделать? Еще я могу провести перпендикуляр из точки, которая не лежит на окружности. Для этого я просто беру какую-нибудь точку на… Ой, не лежит на прямой. Я беру тогда точку на прямой и провожу окружность, дальше я делю этот отрезок пополам, сейчас объясню как, и задача возвращается к исходной. Через эту точку провожу перпендикулярную прямую, она проходит и через ту, которая изначально была, тоже по очевидным причинам. Так, следующий вопрос, как поделить отрезок пополам? А давайте я сразу решу более общую задачу. Поделить отрезок на любое количество частей. Итак, пусть у меня есть отрезок, я утверждаю, что его можно поделить на любое
количество частей. Поехали. Ну, кто подскажет? Я начал, на самом деле, построение. Через один из краев отрезка я провел произвольную прямую. Допустим, я хочу на 5 частей. Помнишь, Саша? Не помню, но предполагаю. Давай. Ну, на этой новой прямой отложить 5 любых отрезков? Да, только одинаковых, да. Любых одинаковых отрезков. И потом, собственно, с крайней точкой... Да. И потом параллельно. Да, прекрасно. Прекрасно. И проводим параллельные. Так, мы свели задачу перпендикулярия к задаче разделения отрезка. Задача разделения отрезка построению параллельных. По теореме Фалеса тут тоже будут равные отрезки. Вот. Ну, собственно, это и так. Как бы в основном эти вот школьные теоремы, они и так очевидны из созерцания. Вот, значит, так. Теперь вопрос, как параллельные проводить. Да. Давайте начнем со следующей задачи. Пусть у меня уже есть какой-то угол, вот здесь нарисованный. Данный или построенный до этого. Как мне его же в любую сторону отложить от данной прямой? Ответ. Давайте рассмотрим какой угодно треугольник, содержащий этот угол. Просто какой угодно. Да, тут, кстати, можно и фиксировать точку, от которой нам требуется этот угол отложить. То есть не только отложить угол, но еще и с вершины в данной точке можно всегда. Ну и дальше я делаю следующее. Я беру вот такой радиус. Значит, вначале я получаю точку B, то есть вот радиусом соответствующим здесь отсекаю, вот здесь B с волной, вот этот отрезок будет равен вот этому. Дальше беру радиусом AO и беру радиусом BO. И что у меня получилось? Равные треугольники по третьему признаку, да, по трем сторонам. Значит, я получил, ну, тем самым, очевидно, я получил нужный мне угол в нужном месте, правильно? А теперь double feature, как говорится. Double feature. А именно, я в другую сторону, вот от этой, короче, прямой откладываю этот угол. Таким же образом. Вот от этой прямой в эту сторону. Ну, собственно, можно просто повторить ту же самую окружность и здесь вот эту окружность. Ну и получился у меня параллелограмм, да? Вот, то есть повторил, вот из этой точки я повторил вот эту длину, а из этой, извиняюсь, вот эту длину повторил. И у меня возник второй треугольник такой же, и здесь, естественно, параллелограмм. И параллельная прямая проведена. То есть мы научились откладывать любой угол от любой прямой в любую сторону из двух и от любой точки. Мы научились в результате проводить параллельные, в результате делить любой отрезок на любое количество частей, в результате перпендикуляр из любой точки опускать на любую прямую или восстанавливать его, если он лежит. В принципе, уже довольно много всего мы умеем, да? Довольно много всяких процедур. Значит, давайте заметим, что как следствие мы умеем строить отрезки любых рациональных длин, если дан масштаб, если задан масштаб. То есть, если написано вот вам единица. Вот отрезок длины 1. Можно считать, что это ось, например, x, но это не важно. Важно, что просто задан масштаб 1. И вот на том же отрезке, или где угодно еще, в силу правил игры, я утверждаю, что можно отложить отрезок любой рациональной длины. Если я буду в ту сторону откладывать, я буду считать, что я отрицательные числа откладываю. Сюда положительные. Ну что, как это сделать? Вначале m раз единицу, да? А потом на n раз поделить. И все, вот у меня будет m делить на n.
Вот. Значит, в теории построения циркулем и линейкой надо отслеживать, что мы научились строить. Вот для начала мы научились строить длины отрезков любых рациональных величин. Если есть масштаб. Всегда тут, значит, вопрос, есть или нет масштаб. Как правило, масштаб так или иначе вводится. В большинстве задач он просто как бы предполагается естественным ходом развития задачи. Но для общей теории надо просто считать, что он есть. Вот если он есть, тогда в этом масштабе мы можем строить любую рациональную величину. Дальше. Теперь немножко более сложно. Дело в том, что на самом деле не только рациональные числа мы умеем строить циркулем и линейкой. Потому что, например, корень из двух без всяких проблем строится циркулем и линейкой. Делаем квадрат, и вот вам корень из двух. Строим квадрат, да, мы перпендикуляры умеем проводить. Вот. Поэтому надо вот зафиксировать, что в реальности вот гораздо больше всего есть. И нам надо понять, насколько больше вообще, что мы умеем, что не умеем. Разобраться с этим вопросом досконально. Ну и начнем со следующего. Начнем со следующей теоремы. Все длины отрезков, когда я так пишу, я всегда предполагаю, что изначально был задан масштаб. То есть единичный отрезок был дан. Все длины отрезков, которые мы умеем строить, образуют поле. То есть замкнутое множество отрезков, которые мы умеем строить, это множество замкнуто относительно плюс-минус умножить и разделить. Ну, как бы это сказать, плюс-минус я, наверное, не комментирую, да? Если у нас есть два отрезка, то сложить или вычесть их, это просто означает друг другу их пририсовать. Вот здесь b минус a, здесь b плюс a по длине. Вот. С умножением и делением происходит примерно одна и та же фишка. Похожая на теорему Фалеса, но немножко по-другому. Тут же были как бы, мы делили на рациональное количество, сейчас мы должны как бы умножить друг на друга, может быть, даже два нерациональных числа, если мы уже умеем строить там корни из двух какие-то, да? Поэтому надо понять, почему любые два отрезка можно перемножить в данном масштабе. И заодно поймите, что это сильно от масштаба зависит, перемножение. То есть если сложить отрезки можно, не думая о масштабе, он не нужен. Если у меня нет масштаба, сумма отрезков определена однозначно. А вот если мы говорим про произведение длин, то здесь масштаб важен, потому что, ну, например, произведение двух отрезков длины 1 должно быть равно единице. То есть в данном масштабе это будет тот же самый единичный отрезок, который был. А если масштаб 10 раз меньше, если этот единичный отрезок в нашем новом масштабе 10 раз, да, укладывается, то 10 умножить на 10 — это 100. Это 10 таких отрезков в исходном масштабе, вот в этом. Видите, да, зависимость от масштаба. Можете еще раз повторить? Да, могу. Вот сейчас вот физик, после меня физик читает лекцию, он бы меня сразу вот поддержал. Это очень физично. Смотрите, что вообще значит, что отрезок имеет длину 1? Это значит, что он равен эталонному, точка, правильно? Но предположим, что мы перемножаем два отрезка, которые равны эталонному. Тогда результат должен быть равен эталонному, потому что 1 умножить на 1 — это 1. Соответственно, если это масштаб, то два таких отрезка при умножении дают такой же отрезок. Теперь предположим, что мы изменили масштаб и сделали его очень мелким. Кто-то пришел и сказал, что отныне дециметр или сантиметр. Был дециметр мера, теперь сантиметр будет мера длины. Тогда вот этот отрезок — это 10 сантиметров, и этот тоже 10 сантиметров, а произведение 100 должно быть. Но физик вообще скажет, что это сантиметры в квадрате, их вообще нельзя умножать. Но как бы если мы перешли уже к числам, да, то здесь 10 и 10, и произведение равно 100. Но 100 — это 100 вот таких маленьких коротеньких отрезочков, да? Ну 100 — это в 10 раз длиннее будет.
Направление определяется только, если есть направление самой прямой. То есть если мы какую-то прямую взяли как эталонную, мы можем говорить о плюсах и минусах. А вообще, строго формально надо говорить так. Все длины отрезков, которые мы умеем строить, взятые со знаком плюс или минус, образуют поле. Вот это будет абсолютно точное утверждение уже. У произведения двух отрезков, если мы говорим об этих числах со знаками, то это определяется выбором на некой прямой с направлением. То есть это значит, что мы смотрели, снимали их отсюда. Да, но если мы не хотим париться этим, мы просто говорим о произведении модулей. То есть тут довольно много вот таких соглашений, как мы с этим работаем. Вот. Ну и еще как бы надо понимать следующее, что умея строить элементы какого-то поля, мы, конечно, на плоскости умеем строить все точки с координатами из этого поля, потому что мы умеем проводить перпендикулярные прямые. Да? То есть взяли там корень из двух сюда, корень из трех плюс один сюда, и вот вам точка с координатами там, вот, двумя координатами из нашего поля, то есть вот k квадрат, vr квадрат, мы умеем строить, если k мы умеем строить. Ну и да, в этом плане мы говорим о том, что мы можем говорить о длине отрезка, которую можно построить с помощью циркуля линейки, а можем говорить о точках плоскости, которые мы можем построить с помощью циркуля линейки на фиксированной системе координат. То есть если мы выбрали систему координат x, y, мы можем говорить о том, какие точки плоскости могут быть построены с помощью циркуля линейки. Но ответ будет тем же самым. Те, которые имеют координаты, обе координаты в том поле, которое мы уже научились строить, как длинный отрезков. То есть, в принципе, задача сводится к линейной, как ни странно, на самом деле. Хотя вроде как у нас плоскость такое, там все эти биссектрисы, вся эта красота на плоскости. Но в реальности мы говорим о том, какие длины мы умеем строить, и за счет этого мы можем там проводить какие-то рассуждения. Вот. Значит, идем дальше. Это вот теорема. Нам ее надо доказать. Для этого надо показать, как, имея масштаб, взять произведение двух длин. Смотрите как. Берем любую прямую, откладываем на ней длину а в этом масштабе в единичном. Да? То есть нам дано, например, умножить 2,5 на корень из 2. Да? Ну прекрасно, значит 2,5 вот в этом масштабе откладываем здесь. Это мы умеем. А здесь корень из 2 откладываем. Тут 2,5, а здесь корень из 2. Так? Отлично, все заготовки есть. Теперь мы вот эту прямую проводим параллельно отсюда. Подобие гарантирует нам, что результат достигнут. То есть вот это вот, ну, b, это a, это b, да? Из единицы пустили прямую в a, после чего из b пустили параллельную прямую. Там, где пересекла, по соображениям подобия, получается, что 1 разделить на a равно b разделить на, ну, значит, на b, a. Чтобы сократилось. То есть вот это как раз и есть BA. Ну а с делением, значит, с делением все наоборот. Нам просто нужно отложить. Нам нужно научиться брать 1 разделить на А. В другую сторону берем, да, вот единичный, а вот у меня А. Что такое 1 на А? Берем этот треугольник, вот этот угол откладываем сюда. Дальше вот этот угол откладываем вот сюда. Получается, вот этот треугольник подобен исходному по двум углам, то есть по всем углам. Из подобия получаем а разделить на 1 равно 1 разделить на x. Да? Подобие а к единице как 1 к х. То есть ах равно 1, то есть х это 1 на а. Все. Делить тоже научились. Вот. Итак, это первое утверждение, что все длины отрезков образуют поле. Но это не просто поле, это очень хитрое поле.
Поле большое, вместительное, огромное. Потому что оно замкнуто относительно еще одной операции. Так. Я же только что записывал курс 100 уроков математики с 81 по 83. Там была ровно эта тема, так случайно так получилось. Это как-то совершенно... У меня часто получаются какие-то случайные совпадения. Вот, и в этой многолетней, значит, эпопее записи 100 уроков ровно в этот момент была тема циркуля линейки. Вот где я записывал. Действительно, только что, на той неделе. Куда я ездил? Никуда вроде, только в Зеленоград ездил. Там другая лекция была совершенно. Да, ну вот, как это называется? Альцгеймер, да? Или переполнение головного мозга. Будем надеяться, что второе. Чувствую дежавю, рассказываю. Только что рассказывал это. Кому рассказывал? Никому, экрану пока. Потом, соответственно, все будут слушать. Так. Ну что, мы с вами продвигаемся вперед. Когда будет перерыв, маякните. Сейчас сколько время? Так, 10:45, 11:25. Ну, более-менее, да, сейчас? Тогда я сейчас сформулирую. Так. Ну и, собственно, основная теорема будет. Ну, давайте теорема 2, а потом основная теорема о построении циркулем и линейкой. Значит, теорема 2. Поле построимых, это вот такой термин, построимые числа. Построимых чисел замкнуто относительно операции корень квадратный. То есть это не просто поле, а это поле, в котором еще и корень квадратный всегда из всего можно извлечь. Для любого числа содержит корень квадратный из него. Вот. Это первое. А основная теорема о циркуле и линейке состоит в том, что поле построимых чисел, давайте его обозначим P. P, вот это P внутри R, это поле построимых чисел. Построимые числа. То есть это, ну, результаты, это все длины отрезков, которые могут доказуемо возникнуть в любых конструкциях с помощью циркуля и линейки. Конечной длины. То есть рассмотрим множество всех текстов, да, алгоритм на языке циркуля и линейка. Такой есть язык, да, язык программирования, циркуль и линейка. Провести через данные, отметить любые точки, провести любые прямые, провести любые окружности, любыми радиусами, взять точки пересечения и так далее. То есть каждое из действий — это одно из вот этих там совершенно конкретного списка действий. Отметить точку, провести окружность, взять пересечение окружности, окружности, взять пересечение прямой окружности, взять пересечение двух прямых. Вот. И вот если есть конечный текст, то на выходе могут получиться длины, которые доказуемо, ну, вот, возникают. То есть, независимо от произвольных выборов, получаются какие-то одинаковые, одни и те же длины. И вот эти длины в исходном масштабе, эти длины, они образуют поле. Это поле замкнуто относительно следствия корня, что мы сейчас докажем после перерыва. Но более общая теорема, которая полностью вскрывает алгебраический смысл происходящего, звучит так. P совпадает. О, я же забыл про этот красный. Все-таки его надо, наверное, его надо убрать и отложить. Потом посмотрю на этот в перерыве. Поле P. P совпадает с множеством чисел, вычислимых на так называемом квадратичном калькуляторе.
То есть на калькуляторе с 5 действиями. Со входом 1, то есть со входом единичный отрезок. Единичное число. Ну, не отрезок, тут число уже. То есть мы калькулятору скармливаем, вот единица есть, это масштаб. После этого можно оставить, не знаю, 1000 людей и сказать, пишите любые формулы, в которых используется только число 1 и 5 операций. Первое утверждение. Все, что вы сможете написать, можно построить циркулем и линейкой как длину отрезка. Второе. Любое доказуемое построение циркулем и линейкой лежит здесь. Все. То есть у этой науки полностью алгебраическое наполнение. Это все, что может быть построено, все числа, которые могут быть получены на квадратичном калькуляторе. Но если вы думаете, что это все, что мы будем... То есть, как это сказать, это самое начало пути. После этого мы будем разбираться, а что же на нем можно построить, и что нельзя. И как на нем записываются там задачи, которые ставились древними людьми по поводу циркуля линейки. Вот. Но вот это вот мы после перерыва поймем. Ну, это будет очень просто. Это на самом деле тоже никакой сложности не представляет. Надо просто вскрыть каждый шаг по отдельности и посмотреть, что каждый шаг алгоритма он не выводит за пределы вот этих вот операций, и все. Вот. Ну, а сейчас сделаем перерывчик. Если кубический уже построить нельзя, там даже из двух. Надо доказать это, что он невыполним вот здесь. Это, вот это как раз то, что будет у нас в течение типа добротной лекции целиком про то, почему корень кубический не является вычислимым числом на квадратичном калькуляторе. И вот это древние не могли понимать никак от слова совсем. Потому что это сводится к современной очень весьма, ну не современной, но там 200-летней давности теории полей расширений. Вот. То есть это ну, совершенно нетривиальное утверждение, что корень кубический не вычисляется вот так. Да, значит, первая мысль была, что корни уравнения там на 3-4 степени выражается в радикалах. Потому что... А это другая теория. Теория Галуа — это тоже очень красивая и более сложная теория, чем то, что мы сейчас будем. То есть циркуль линейка — это квадратичная часть теории Галуа. А вот теория Галуа, которую я в Иркутске читал тогда на спецкурсе, она включает и более эти самые. С помощью вот этого калькулятора, да? Ну, нужно просто представить себе многоэтажную конструкцию. Там, например, 1 плюс 1 плюс 1. Ну, я могу, в принципе, сразу вводить рациональные числа по понятной причине, да, что рациональные мы все равно умеем, да? Вот, поэтому вместо единицы можно часть вычислений сократить, сделать с рациональными числами там. Ну, то есть просто приведу пример. Там, корень из 17 делить на 3 плюс корень из 3. Минус 5 умножить на 1 плюс корень из 2 делить на 35 минус 17 корней из 5 плюс корень из 7. Вот, к этому еще единицу прибавить, еще корень взять. Ну, вот, и так далее. Мы знаем, что число m на n подходит. Да. А вот с корнем у нас получается, корень должен быть индикацией, если просто из целого, ну, нет. Из дроби. Ну, да, из произвольной дроби. И он не извлекается. Ну, то есть, как вот... фактически мы хотим понять, в каком поле лежит это число самым маленьким. Вот рассмотрим самое маленькое поле. То есть, самая маленькая система чисел, которая замкнута относительно плюс-минус умножить и разделить, которая содержит, например, вот это число. Да, да, это мы разберемся. С этим мы разберемся. Ну, как бы я могу сразу сказать, что... Это поле, которое содержит это расширение с помощью корня из 2, потом корня из 3, потом корня из 7, и потом еще корень из 5 плюс корень из 7, и еще корень из вот этого всего. То есть оно будет 32-этажным. Размерность его будет 32 над рациональными числами.
Если там случайно что-то не сократится и не будет меньше. Но, по крайней мере, гарантированно, что я могу нарисовать 32-мерное поле над Q, которое будет его содержать. Нет, не 32. Это означает следующее. Операции вот сколько написано. А это означает, что с помощью 32 параметров записываются числа этого поля с помощью 32 рациональных параметров. То есть базис, просто базис вот этого вот поля, которое содержит это число, он, значит, это самое, он содержит 32 вектора базис. Да. Это мы это спросили, ребята спросили, как может выглядеть число на этом квадратичном калькуляторе. Ну, вот, например, вот так. Ну, я так совершенно от балды взял, написал. Вот. И следующий вопрос, в каких полях оно лежит, да? Как мы людей доказывали, что замкнутость есть? Потому что, ну, не знаю, замкнутость чего именно? Ну, даже корень извлекается. Да, это мы сейчас, это я покажу сейчас. Ну, то есть, нет, вычисления... Может, продолжим? Что-то как-то никто вроде не... А, продолжим тогда. Да, значит, ну, собственно, тут все мы умеем, кроме извлечения корня, да, до сих пор? Вопрос, как извлечь корень? Ответ, вот так. Пусть, значит... Надо взять окружность. Помнишь, да? Вот наша сторона в блоке потянулся. Вот, и... Так... прямоугольный треугольник, у которого два качества равны. Кое-что еще надо. Еще кое-что надо сделать. Надо середину, видимо, уметь. Ну, на самом деле, скажем так, я умею следующим образом извлекать. Может быть, есть много разных процедур, но я умею извлекать так. Дорисуем масштаб к А. Единичный вот наш масштаб. Все происходит в масштабе. Корень тоже не, естественно, корень зависит от масштаба. Теперь я строю окружность с центром в середине. Это называется построим окружность как на диаметре. Мне в реальности нужна только верхняя часть, но пусть будет и нижняя. А дальше из этой точки я восстанавливаю перпендикуляр наверх, и я утверждаю, что вот это гарантированно и равно корню. Вот эта величина x равна корню. Давайте поймем, почему это так. Для этого надо... Да. Да. Ну, если не помнить всякие тонкие вещи, то здесь прямой угол, и здесь тоже прямой угол, потому что это на диаметре. Любой угол, который лежит, стоит на диаметре, всегда прямой, знаете, да, эту теорему. Ну, или это видно глазом. Теперь это что означает? Что вот этот вот угол и вот этот, да, друг друга дополняют до прямого. Но этот тоже прямой, поэтому вот этот равен вот этому, а вот этот вот тому. Поэтому речь идет о подобии двух, даже всех трех треугольников. Вот этот треугольник подобен вот этому, ну и, соответственно, отношение единицы, это между прямым углом и вот этим двухдущатым, к x, x это между прямым и однодущатым, равен отношению x, который между прямым и двухдущатым здесь, к а, который между единицей и однодущатым вот тут. И все, x квадрат равно а. Вот. То есть мы научились строить любой корень из любого числа. И тем самым ясно, что это можно построить. Взял этот чемодан, да, и я могу его построить. То есть мы видим, что все, что можно выполнить на калькуляторе, может быть построено с помощью циркуля линейки. Теперь наоборот. Считалось долгое время, что древние не очень это понимали, а потом я в одной из книжек или статей по истории математики увидел упоминание, что конкретно кто-то писал там в Евклидовые времена, что искусство вычисления циркулем и линейкой есть не что иное, как искусство извлечения квадратных корней. И вы это, конечно, понимаете. То есть на самом деле нифига, они все это прекрасно знали тоже. Просто у них не было техники показать, что корень кубический здесь не извлекается.
Они считали это бесполезным знанием. Ну и что? И что? Мы же, нам нужно придумать что-то красивое такое, где корень кубический возникнет. Как мне поможет понимание, что он на этом калькуляторе может или не может быть вычислен? Ну, они не могли даже допустить, что он не может. Они долгое время в рациональные числа не верили. Они, когда появился корень из двух, да, они начали верить в рациональные числа. Ну, поверить, что не все числа вот эти вот здесь лежат, это уже как бы это высочайшая степень посвящения математического. Там это уже как бы понятие мощности, это уже Кантор, это вот современное такое высочайшее безумие математики. А тогда, скорее всего, никому даже в голову не приходило, что удвоить куб нельзя, ровно потому, что корень кубический из двух просто невычислим вот здесь. Но вот мы теперь именно это знаем и это доказываем. И это будем с вами доказывать. Но это будет ого-го. Это будет ого-го. Но пока что, да, это я забегаю вперед, потому что я еще не сформулировал основных задач Древней Греции на тему построений. Пока мы хотим доказать обратное. Итак, пусть у меня есть алгоритм нескольких действий, каждый из которых либо отмечает какую-то точку, либо строит окружность с центром в какой-то точке и каким-то радиусом из уже построенных отрезков, либо строит прямую через любые две точки, либо берет пересечение построенных объектов. Значит, как мы договорились? Да, и мы каждый... Смотрите, что мы будем делать. Мы будем отслеживать сейчас, какие числа мы уже научились строить. И вот здесь мы, кстати, вот разберемся, что вот это вот такое на самом деле. Вот исходно у меня есть рациональные числа. Ну, будем считать, что в качестве там... первых нескольких действий мы можем построить все рациональные числа, которые там будут использоваться в этом алгоритме. Вот, то есть это такие нулевые действия 0.1, 0.2, 0.3. Это мы заготавливаем рациональные числа, чтобы было проще. Значит, то есть мы еще до начала построения вполне можем считать, что у нас есть запас рациональных чисел. Поле, с которого мы начинаем. Прекрасно. Значит, теперь мы, если мы отмечаем какую-то случайно взятую точку на плоскости, то мы предполагаем, что мы могли попасть в точку с рациональными координатами. Тогда у нас пока не увеличивается, у нас не растет поле тех длин, которые мы можем построить. Но если уже на следующем шаге я пишу взять радиус между уже построенной точкой и какой-то там еще другой, да, то... это означает переход к гипотенузе в прямоугольном треугольнике, стороны которого рациональны. Ну, здесь задействуется корень. Но ничего более. Мы берем квадратный корень и сумму квадратов длин. Можем вывести за пределы. Значит, момент, когда первый раз нам пришлось извлекать из чего-то корень, так и напишем. Q корней из А1, где А1 рационально. То есть мы обнаружили число, не лежащее в поле рациональных чисел. И мы спрашиваем, а в каком же поле оно лежит? Но если оно квадратный корень, оно лежит в поле Q корней из, соответственно, вот А1. А что это за поле? А это множество всех вот таких выражений просто. Вот оно как определяется. Ой, корень. Корень из А1. Давайте поймем первое. Значит, мы про что-то утверждаем, что это поле, что это минимальное поле, да, поле, содержащее корень из А1. Минимальное. Ну, во-первых, давайте поймем, что это поле. А во-вторых, давайте поймем, что в любом другом поле, содержащем корень из А1, все такие числа лежать обязаны. Ну, второе утверждение очевидно, правда? То есть если есть поле, содержащее корень из А1 и все рациональные числа, то любую такую комбинацию оно должно содержать, потому что здесь не вовлечено никаких операций, кроме плюс и умножить. А в поле разрешается плюс, минус, умножить и разделить. Так, вот это вот момент понятный? То есть здесь вот то, что все такие числа лежат в любом поле, которое содержит
корень из А1 и в сердце она чисто, это точно. Поэтому для того, чтобы доказать, что это и есть минимальное поле, надо доказать, что это поле. Тогда оно автоматом минимально, потому что оно содержится в любом другом по предыдущему пункту. Почему это поле? Ну, сумма разности очевидна, да, имеет такой же вид. Произведение здесь, значит, действует прием, похожий на изучение комплексных чисел. Это RA плюс SBA1. Номер 1 и SA плюс RB корней из А1 номер 2. В скобке рациональное число, во второй скобке рациональное число. Поэтому произведение двух чисел вот такого вида тоже имеет такой вид. Осталось отношение. Осталось просто вычислить 1 делить на R плюс S корень из А1, потому что если я научусь обратно брать, то я научился все. Ну что? В школе говорится, да, избавление от иррациональности в знаменателе, да? И это такой стандартный школьный прием, и ровно он отсюда и взялся. Вот. Ровно отсюда и взялся, ровно для этого и существует. Что мы получаем? R делить на R квадрат минус A1S квадрат. Минус S делить на R квадрат минус A1S квадрат. Корней за 1. Оба числа рациональны? А почему это не 0? Почему делить можно было? А потому что мы предположили, что на этом этапе мы вышли за предел Q. Поэтому в частности корень из А1 в Q не лежит, иначе бы мы не вышли за предел Q. А если корень из А1 в Q не лежит, тогда А1 не является квадратом рационального числа. Вот. А если бы это было равно нулю, мы бы прямо написали А1 равно S квадрат делить на R квадрат. То есть А1 — это S делить на R. То есть А1 из него не извлекается корень, а поэтому такое выражение нулю не может быть равно. А значит, у него можно поделить. Логично? Все понятно, да? Значит, мы получили поле, которая минимальная, содержит корень из А1 в очень простом виде. Размерность этого поля с точки зрения обычной линейной алгебры над полем Q равна 2, потому что базис поля — это 1, запятая корень из А1, базис над Q. Это первый раз, когда мы общаемся с базисами, да? Когда мы говорим о полях как линейных пространствах. Вот современный, уже 100 лет как, курс линейной алгебры отвязан от алгебраических чисел. Почему это произошло? Потому что линейная алгебра оказалась чрезвычайно важна не только при исследовании алгебраических чисел, но и, например, при исследовании производственных планов или там, задач транспортного характера. Или любых других задач, где возникают тут многомерные какие-то системы. В общем, линейная алгебра оказалась гораздо более применимой, чем она изначально казалась. Но в 19 веке линейная алгебра вся целиком возникла из теории полей. То есть все было наоборот. Люди не занимались никакими производственными планами в 19 веке, но, по крайней мере, в каком-то промышленном количестве точно не занимались. Люди занимались алгебраическими числами. Алгебраические числа — это числа, являющиеся корнями многочленов. Они стали изучать, а вот какое минимальное поле, ввели понятие поля, это Галуа, ввел понятие поля, какое минимальное поле содержит, стали изучать, а как, что такое минимальное, а как вообще одно поле может быть больше другого? Ответ, ну там, по включению, ну не удовлетворил. Стали спрашивать, а можно ли естественным образом задать элементы поля? И получили выход на базисы, да, то есть что если мы зададим несколько элементов, то остальные элементы поля задаются просто линейными комбинациями со старыми, знакомыми нам коэффициентами, с рациональными числами. И вот мы получили, значит, линейную алгебру, как она есть. А потом, значит, ее очистили от алгебраических чисел и стали включать на первом же курсе всех вузов. А потом уже неожиданно на курсах по высшей алгебре обнаруживается, что там та же самая линейная алгебра. Только тут она там обычно с вещественными коэффициентами, а здесь, как правило, с рациональными бывает. Вот. А иногда с комплексными.
Ну, вот такие дела. То есть мы пришли к базису этого поля, мы пришли к его размерности. Здесь все было абсолютно понятно для первого извлеченного квадратного корня. Что дальше происходит? Хорошо, ну вот мы зафиксировали там взять там, окружность с центром, не знаю, в О, радиуса вот этого вот корень из А1, да? Нарисовали, прекрасно. Следующий шаг, смотрим, там еще какие-то точки взять. Тогда мы не выходим за пределы поля, если берем какие-то точки, да? Вот, произвольную точку на окружности взять. Ну, тут, да, чуть-чуть еще нужно понимать, что опять может возникнуть еще одно извлечение корня. Если я взял какую-то точку на окружности, то, значит, как мог, ну, там, здесь нужна теорема о всюду плотности рациональных точек на окружности, если честно. Мы это изучали, когда пифагоровы тройки разбирали. Вот. Ну, в общем, там тоже, соответственно, мы смотрим при выборе этих точек, мы ничего не меняли. В какой-то момент мы могли взять пересечение двух прямых на плоскости. А, ну еще до этого мы могли взять уравнение. Вот нам нужно уравнение прямой, которое проходит через две заданные точки. Вот если у двух точек были координаты в уже построенном поле К, вот мы добрались до поля К. Вот у него были, у меня были две точки с координатами x1, y1, x2, y2. Ну, если это вертикальная прямая, то тогда это прямая x равно x1, да? У нее x1 равно x2. И тогда вот, пожалуйста, ее координаты, значит, ее коэффициенты будут в том же поле лежать. А если она не вертикальная, то она должна иметь ведь y равно kx плюс b. И простая подстановка сюда двух точек тут же дает, что и k, и b будут в том же поле лежать. k это y1, y2 минус y1 делить на x2 минус x1. Ну а b это, соответственно, разность y минус kx. Допустим, y2 минус k на x2. Вот. То есть мы не покинули вот этого поля, которое уже научились строить, когда написали уравнение прямой. Уравнение окружности также ничего не покидает. С центром в какой-то уже построенной точке у нас получается что-то совершенно очевидное, вот такого вида, равно r квадрат, где в качестве r квадрат берется, ну, вот какой-то вот этот вот радиус. Кстати, радиус корень из А. Можно было здесь корень пока на этом этапе не извлекать, потому что в реальности он в квадрате войдет в уравнение окружности. И, соответственно, еще будет в предыдущем поле лежать. Но это уже такие это детали. То есть до какого-то момента мы ничего не делали, а потом мы снова извлекли корень, извините, из чего-то, что не лежит. На этот раз уже в Q корней из А1. Не лежит. Извините, А2-то лежит, а корень не лежит. Написал правильно. Вот, то есть в какой-то момент возникла вот такая ситуация, когда у меня А2 взят из этого поля, но корень из него уже там не лежит. Что тогда происходит? То же самое, только R и S теперь лежат в Q от корень из А1. Получается, в каком поле лежит? Давайте я пример сделаю. А вы, значит, вот я беру корень из двух, а потом 1 плюс корень из двух и беру из него корень. Вот такое поле. Как его увидеть? Какой у него базис? Как его записать? Ответ. Это поле содержит все элементы вида R плюс S корней из 1 плюс корень из двух. Где что R и S? Уже вот здесь. Q корней из двух, да? Ну, если они там, значит, они могут быть заданы через корень из двух и единицу. Соответственно, R это, ну, какое-то там T1 плюс T2 корней из двух, а S это S1 плюс S2 корней из двух, и оно умножается на корень из 1 плюс корень из двух. Ну, это, очевидно, означает, что у меня базис теперь из четырех элементов, правда? S1 корней из 1 плюс корень из 2. И S2 корней из 2, корней из 1 плюс корень из 2. То есть базис
нового поля содержит 4 элемента. 1, корень из 2, корень из 1 плюс корень из 2 и корень из 2 умножить на корень из 1 плюс корень из 2. И уже через эти 4 базисных вектора прекрасно с помощью рациональных коэффициентов записывается любой элемент этого поля. Поэтому это четырехмерное поле над Q. Двукратное разрешение с помощью корневой процедуры. Последнее не сокращается? Не всегда. Вот здесь вот два. В смысле, сокращается ли, можно ли задать из трех? Нельзя. И вот почему. Опять же, здесь надо доказывать, что вот такое выражение никогда не равно нулю, да? Вот нужно доказать. Но предположим, что оно равно нулю. Вот предположим, что корень из 2 умноженный на корень из 1 плюс корень из 2 как-то из остальных выражается. Тогда есть какое-то выражение равно нулю, да? Но тогда мы делаем обратную процедуру. Мы вот это все загоняем вот в 2 вот таких, умноженные на это. То есть мы представляем именно вот в таком виде. И если это равно нулю, то корень из 1 плюс корень из 2 должен быть результатом деления t1 плюс t2 на корень из 2 делить на s1 плюс s2 на корень из 2, ну и там тут со знаком минус может быть. Но этого не может быть, потому что результатом деления будет какой-то там v1 плюс v2 корней из 2. А мы договорились, что корень из 1 плюс корень из 2 не лежит в поле предыдущем. Ну, то есть, про конкретный корень из 1 плюс корень из 2 может оказаться случайно, что он имеет вид v1 плюс v2 корней из 2, хотя мне это кажется маловероятным. Ну, кстати, упражнение. Слушайте. Здесь же, если раскрываем, получается s1 на 1 плюс корень из 2, которая уже предыдущая. Вот, а дальше будет из s2 на корень из 2 на корень из 1 плюс корень из 2, которая 2 плюс 2 корень из 2. А это, собственно, единица плюс единица плюс корень из 2. Но под корнем. Все равно под корнем. То есть никуда не ушел, корень-то не ушел. Я ввел, 2 плюс 2 корня из 2. Из него извлек корни, но все равно у меня не ушел. Ну, на самом деле, строго говоря, прежде чем утверждать, что размерность этого равна 4, надо отдельно вот это вот действительно доказать. Если я напишу 3 плюс 2 корни из 2, то я обломаюсь. И знаете почему? Потому что корень из этого прекрасно выражается. Это 1 плюс корень из 2. То есть, как бы это сказать... Отслеживать надо аккуратно. Надо отслеживать, что следующий А2, из которого я извлекал квадратный корень, не лежал среди квадратов предыдущего поля. То есть не получилось, что я извлек корень, а он там лежит. Ну тогда поле не увеличилось. Ну как бы просто значит, что я плохо отследил. И в частном случае это может быть очень сложной задачей. Скажем, вот так сходу доказать, да, что вот это не здесь. Ну, наверное, надо в квадрат возвести, да, что-нибудь такое, посмотрите, 1 плюс корень из 2, допустим, равно v1 квадрат плюс 2v1, v2 корень из 2 плюс 2v2 квадрат. То есть получается такое как бы уравнение в рациональных числах надо решать. Вот это равно 1, а 2v1, v2 тоже равно 1. Вот, и это все надо решать в рациональных числах. Между прочим, да, возможно, не так уж и... Быстро это все решается. Надо посмотреть. Может, вычесть как-нибудь, попробовать. Что-то там нулю равно. Наверное, да, надо вычесть. v1 минус v2 в квадрате получится равно минус v2 квадрат. Ну да, тут добивается. Квадраты, мы же в вещественных числах живем. Вроде добивается, да. Взяли разницу и получился 0. А это сумма двух квадратов. Ну да. Сумма двух квадратов равна нулю, да? Значит, каждый из них равен нулю, противоречие. Да, в данном случае можно утверждать. Нет упражнения, решили. Но в общем случае вначале надо аккуратно посмотреть. Не получилось ли, что мы из корня извлекаем что-то, что могло извлечься само внутри старого поля.
Но если нет, то 4 размерности. Все. Ну и дальше вы понимаете, что дальше будет возникать. Дальше у меня будут эти корни постепенно плодиться. Они будут, их будет все больше, и с каждым разом размер будет удваиваться, потому что на все предыдущие элементы байса домножается новый корень, который у меня произошел из чего-то там. Вот. И поэтому размерности вот этих вот конечных, да, внутри поля P все конечные под поля получаются башней квадратичных вот таких подъемов в извлечении корней. А это значит, что все конечные подполя имеют размерности 2n. То есть это очень специальное поле. Их много, этих чисел, оно само бесконечно мерно на Q. Но все его подполя имеют. То есть там даже не 32, 64, да, получается? А там еще где-то был корень, да? Нет, ну корень большой. А, да-да-да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, конечно, 64, да-да-да. Не досчитал одного корня. Если случайно из этого не извлечется корень, тут вот, как бы каждый раз надо проверять. Вот. Ну и дальше нужно понять, что на каждом действии построения возникает только решение квадратных уравнений и не более того. Ну вот, что мы записали все, все записали алгебраически, окружности, прямые. Все коэффициенты всех окружностей прямых были в том поле, в котором они были до этого. Если я беру пересечение двух прямых, то просто по теореме о, значит, ax плюс by равно c и a1x плюс b1y равно там c1, формула из линейной алгебры, помните, да, там через определители. Правда? Определитель лежит в том же поле. Поэтому ничего, вот за предел поля, где были AB, A1, B1, мы вообще не выходим. Координаты X, Y являются определителями, и, следовательно, когда мы берем пересечение двух прямых, мы не покидаем того поля, где до сих пор находились. Не покидаем, оно не возрастает. Но бывают еще два случая. Это пересечение прямой окружности и пересечение двух окружностей. Ну, как бы после того, что я сказал, наверное, уже все очевидно, правда? То есть здесь из прямой надо вырасти один из них через другие, подставить сюда, получается квадратное уравнение с рациональными коэффициентами. Ну, и не с рациональными, а того поля, где мы до сих пор живем. Ну, квадратное уравнение решается по методу Аль-Хорезми. То, что называется минус b плюс минус корень из b квадрат минус 4ac делить на 2a. Да? Соответственно, все, что там возникло новое, это взятие квадратного корня. Все остальное — те же арифметические операции. То есть квадратные уравнения решаются на квадратичном калькуляторе. А значит, координаты точек пересечения прямой и окружности тоже обязательно будут лежать, если не в том же поле k, то в некотором новом расширение через один корень квадратный. А две окружности что? Самый последний случай. Две окружности. Ответ. Если вычесть два уравнения окружности друг от друга, то квадраты x и y сокращаются. Поэтому пересечение двух окружностей — это пересечение окружности и прямой. Вот этой прямой как раз. Которая между ними. Что-то она какое-то название имеет, типа сепаратриса, что ли, я не помню. Или как-то. У нее какой-то термин есть школьный. Или хордатриса. Не знаю. Короче, вот эта общая хорда, она будет иметь рациональное уравнение. И поэтому мы вернемся к исходному случаю прямой окружности. Поэтому когда в процессе построения циркулевой линейкой мы взяли пересечение двух окружностей, это все равно, что мы взяли пересечение окружности прямой. То есть это мы тоже использовали квадратный корень и больше ничего. Ну и все. Это дальше индукция. Да? То есть каждый шаг приводит к выполнению операций на квадратичном калькуляторе. Ну и в качестве бонус-трека мы знаем, что любой результат любого абсолютно алгоритма построения на циркуле линейки, любой результат — это лишь взятие башни квадратичных расширений над рациональными числами. И все. Конечной длины. То есть любой результат лежит
в 2 в степени n мерном поле, подполе вещественных чисел, содержащим q. А значит, если что-то, что требуется в задаче, приводит к длине отрезка, который не является элементом никакого поля размерности 2 в n, то задача доказуемо невозможна к осуществлению. Согласны? Еще раз, значит, что мы сделали? Мы препарировали любую процедуру с циркулем и линейкой в руках. Оказывается, что эта процедура свелась к последовательному удвоению полей чисел, с которыми мы имеем дело. То есть тех координат на плоскости, которые мы можем измерять, тех длин отрезков, которые нам доступны. Вначале было q, потом было q корней из 2, потом было q корней из чего-то еще, потом было q корней из вот этого. И каждый раз, когда мы приходили к извлечению корня квадратного, мы извлекали, ну, когда действительно приходилось его извлекать, и результат не лежал там, где он раньше был, да, в старом поле. Поле удваивалось, а все вместе удваивалось много-много раз подряд. Ну, про это будет еще отдельная прям теорема у башни полей. Вот. Но пока на интуитивном уровне ясно, что мы каждый раз, да, удваиваем количество элементов базиса, ну и формально тоже ясно, как это доказывать. И в результате у нас получается, что все абсолютно конструкции циркулем и линейкой доказуемо ведут только к длинам отрезков, которые лежат вот в таких расширениях. Только к ним. А значит, если дана некоторая задача, в которой очевидно, что будет получено, либо просто сразу требуется именно это получить, либо видно, что в процессе построения может быть получена длина отрезка, не лежащего ни в одном квадратичном расширении, то эта задача неразрешима циркулем и линейкой. Все. И вот именно этим мы будем там в основном заниматься. То есть мы будем доказывать про все античные задачи, что они неразрешимы циркулем и линейкой, все кроме одной. В одной там есть моменты. Но все равно как бы основная задача вот эта вот, там в этой одной задаче много вопросов поставлено. И вот часть из этих вопросов решаема, часть нерешаема. Итак, теперь, собственно говоря, что это за классические задачи, о которых будет идти речь? Что это за задачи, в которых во всех почти случаях удалось доказать, что построение невозможно, и доказать спустя 2 тысячелетия вот этим методом, методом сведения к квадратичному калькулятору, а по сути к теории башни расширения полей, и все. Квадратический калькулятор и башня расширения полей, ну и тоже, и циркуль и линейка тоже, как мы видим, одно и то же. То есть, препарируя любой алгоритм, выполняемый с помощью циркуля и линейки, мы приходим к тому, что мы строим элементы башен квадратичных расширений, и только их. Ну и теперь у нас осталось 3 минуты на 3 классические задачи, а их 4. Я успею. Первое. Древние греки разговаривали с богами все время, там были всякие мифы, и в один момент боги сказали им удвоить куб, который висит в их честь. В честь богов был золотой куб. И боги сказали: мало, удвойте его. Но удвоение подразумевалось циркулем и линейкой. То есть вот сторона куба была равна единице, и нужно было удвоить. Глупые греки повесили на следующий день удвоенный куб. Вот такой. Удвоенный. Да, боги заржали и сказали: это вы нам усмирили. Я понимаю. Мы понимаем, что у вас много золота, но хотим проверить, сколько у вас мозгов, а не золота. Поэтому удвойте, пожалуйста, куб циркулем и линейкой. Это было жестоко. Это было жестоко, потому что это означает построение корня кубического из 2 с помощью циркуля линейки, правильно? Теорема. Он здесь не лежит. То есть сразу все можно было. Если бы кто-нибудь, какой-нибудь Евклид вот это все развил тогда и сказал бы богам, я представляю, как бы на него посмотрели. Вот. Но очевидно, они, видимо, это самое. Они, видимо, умели. Эту всю алгебру знали. В общем, это все троллинг. Но суть в том, что
удвоение куба является одной из античных задач. Неразрешимой, потому что удвоение куба подразумевает построение отрезка в исходном масштабе, равного корню кубической из двух. Следующая задача. Трисекция любого угла. Вам дан абсолютно произвольный угол на плоскости. Нужно провести построение с помощью циркуля линейки, доказуемо приводящее к его разделению на три равных угла. О, эта задача породила больше ферматистов, чем великая теорема Ферма. До сих пор то и дело мне приходят письма, что Алексей Владимирович, вы там что-то перепутали с вашими всеми Галуа и прочими. Я-то построил трисекцию. То есть до сих пор приходят такие письма. Вот буквально полгода назад было последнее письмо с трисекцией угла. Вот. Кстати, потом тоже, наверное, было, но сейчас я уже не отслеживаю всю почту, поэтому уже не знаю. Ваня помогает мне, он сразу убивает это все. Хотя там было много шедевров, конечно. Шедевров психиатрической клиники вот для нее. Так вот, теорема. Такой процедуры быть не может по удивительно простой причине. Если бы она была, вы бы могли ее применить к углу в 30. Не правда ли? Отметьте масштаб, любой масштаб, зафиксируйте. И теперь проведите вот в этом масштабе, соответственно, случайно наугад выбранные вот эти точки будут в этом масштабе, да, делаться. Проведите вашу процедуру. Тогда вы получите угол в 10 градусов, а вместе с углом в 10 градусов что вы получите? Правильно, например, его синус. Согласны? Если бы существовала процедура гарантированного, доказуемого разделения любого угла на три равные части, любого, тут важно, что любого, угол в 90 градусов можно поделить на три разные части, получится угол 30, который мы умеем строить. Но если бы существовала процедура трисекции любого угла, то она была бы применима к углу в 30 градусов, который, безусловно, можно построить, исходя из масштаба. Ну, там шестиугольник нарисовали правильно, вот, и провели в нем медиану. Значит, можно построить, после этого можно было бы, якобы можно получить угол в 10 градусов, да, с помощью трисекции. И тогда, отложив вот этот отрезок, мы получили бы синус 10 градусов, как то, что гарантированно, доказуемо можно построить. То есть синус 10 градусов, это была бы длина отрезка, которая может быть получена с помощью циркуля линейки, то есть на квадратичном калькуляторе. Именно это мы и докажем, что это невозможно. Потому что синус 10 градусов невычислим на квадратичном калькуляторе. Это тоже довольно сложно. Тут сейчас будет три утверждения, они все довольно сложные, но все одинаковые. То есть там как бы доказательство будет одно, буквально там, а вот первый вводный шаг только разный. Ну и наконец, мне нужно завершать, да? Надо завершать, ну ладно, сейчас, быстро. N-угольник с циркулем и линейкой, произвольный. Ну, здесь есть и положительные моменты. Равносторонние мы, конечно, можем построить, квадрат тоже. Пятиугольник, великолепная конструкция. Самое великое, самое красивое вообще достижение древней математики — это построение пятиугольника с помощью циркуля линейки. И мы это разберем в следующий раз. Ну, а дальше, ну, шестиугольник тоже очевидно. А вот семиугольник они строить не умели. Вот, я как раз его нарисовал. И об это сломлено огромное количество копий. Но смотрите сюда. Если бы можно было построить семиугольник с помощью циркуля линейки, мы бы могли его сделать на масштабе 1, конечно, да? Ну вот как бы тоже просто ну, объявим масштаб вот этот. Значит, допустим, у нас есть процедура построения, вот в данном масштабе мы ее построили. Чему равен этот угол? 2π делить на 7, правда? Значит, соответственно, вместе с этим многоугольником нам попадает косинус или синус, уж там что хотите, потому что косинус и синус друг от друга отличаются на взятие квадратного корня, поэтому калькулятором квадратичным не замечается эта разница. Это вот очень хорошее поле, оно там не замечает повороты плоскости, например, потому что от поворотов меняется извлечение корня там, из суммы квадратов как-то. А он всегда все равно корни извлекает, поэтому ему пофиг на это. Вот. Ну и, соответственно, если бы мы умели строить правильный семиугольник, то мы бы умели получать отрезок длины косинус 2π на 7.
опять будет теорема о том, что это невозможно. Не принадлежит. Да, да. Четвертую задачу в следующий раз. И все остальное.